Доброго вечора, це програма Prime Аналітика, я її ведучий Руслан Коцаба. Цієї години зі мною журналіст, військовий історик Юрій Дудкін. Здравствуйте. Та доктор політичних наук, професор Володимир Валентин Якушик. Добре. Вітаємо і найближчим часом говоримо про таке. В Україні день жалоби за жертвами катастрофи літака МАУ в Ірані. Новий контракт з Росією у НАТО назвали найвигіднішим за всю історію незалежності. США готові до миру з Іраном після потужних економічних санкцій. Сьогодні в Україні оголошено день жалоби за жертвами катастрофи літака МАУ в Ірані. 8 січня Боїнг 737 спрямував рейсом Тегеран-Київ. За даними міжнародних авіаліній України, на борту було 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Літак загорівся і упав через 3 хвилини після зльоту. Усі пасажири загинули. Серед жертв – 11 українців. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих. Пообіцяв детальне та незалежне розслідування. Шановні українці, ранок 8 січня 2020 року став чорною сторінкою в історії і України, і усього світу. Ми щирі співчуттям, родичам та близьким 11 загиблих громадян України. Володимира Гапоненко, Олексія Наумкіна, Сергія Хоменка, Катерини Статнік, Ігоря Матькова, Марії Микитюк, Дениса Лихна, Валерія Овчарук, Юлії Сологуб, Олени Малахової та Ольги Кобюк. Їх родинам держава надасть усю необхідну допомогу. 9 січня оголошено Днем національної жалоби. Я також висловлюю співчуття родинам інших загиблих. Відомо, що це громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великобританії. Безперечно, пріоритетом для України є встановлення причин авіакатастрофи. Ми обов'язково дізнаємось правду. Для цього буде проведено детальне і незалежне розслідування відповідно до норм міжнародного права. Розслідування авіакатастрофи здійснить комісія, створена Організацією цивільної авіації Ісламської Республіки Іран. До Ірану у складі пошуково-рятувальної групи о 3 годині 30 хвилин вже прибули 45 наших фахівців, зокрема з Державної авіаційної служби, Національне бюро розслідувань авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та представники МАУ. Через 2 години вони вирушать до місця катастрофи. Ми очікуємо, що всі вони будуть включені до роботи комісії, в тому числі до розшифровки записів чорних скриньок. У разі необхідності до складу комісії можуть залучитись і інші необхідні експерти, які також прибули до Тегерана. Це представники РНБО, Служба безпеки України, ДСНС, Міноборони, Міністерств закордонних справ, внутрішніх справ та інших державних інституцій. Це найкращі фахівці нашої країни, які мають великий досвід експертиз. Вони ж здійснять ідентифікацію та репатріацію загиблих українців. Сьогодні я проведу телефонну розмову з президентом Ірану щодо посилення співпраці з українською стороною задля встановлення істини. Закликаю і міжнародну спільноту, зокрема Канаду, долучитись до розслідування обставин авіакатастрофи українського Боїнгу 737. Також в Україні буде проведено позапланові та повні перевірки стану безпеки польотів МАУ та інших вітчизняних авіакомпаній. Українським громадянам рекомендовано утримуватись від відвідання даного регіону. До з'ясування усіх причин катастрофи українським авіакомпаніям заборонені польоти в повітряному просторі Ірану та Іраку. Окремо наголошу, що і до відправлення українського літака, і після нього в міжнародному аеропорту Тегерана сідали та злітали літаки міжнародних, зокрема, і європейських авіакомпаній. Польоти припинили тільки Сполучені Штати Америки. Жодна інша країна не забороняла польоти своїх авіакомпаній над Іраном та не скасовувала рейси до ранкової авіакатастрофи. І наостанок. Зараз наш інформаційний простір сповнений
численними теоріями та домислами стосовно трагедії. Зрозуміло, що всі ми хочемо якнайшвидше дізнатися правду. Але у таких справах швидкість може заважати істині. Потрібно дочекатись хоча б попереднього звіту роботи комісії з розслідувань. Я прошу всіх, а особливо коли Україна перебуває в умовах інформаційної війни, утриматись від маніпуляцій, спекуляцій, теорій змови, поспішних категоричних оцінок і неперевірених версій. Це не тема для хайпу, лайків у соцмережах, сенсацій та конспірологічних теорій. Нам потрібне терпіння, витримка та мудрість. А ще ця страшна історія повинна навчити всіх нас, і кожного громадянина України, і кожного світового лідера цінувати людське життя і робити це до того, як вони так стрімко і болюче обриваються. Отож, як ми щойно почули з уст президента, в Тегерані працює українська група експертів, 45 чоловік. Це представники Національної поліції, слідчі криміналісти МВС та члени міністерств. Фахівці працюють безпосередньо на місці катастрофи. За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, наразі розглядається 7 версій катастрофи літака МАУ «Боїнг 737». Три з них є закритими. Серед версій ураження зенітною ракетою, в тому числі ЗРК, тобто зенітно-ракетний комплекс ТОР російського виробництва, також вивчають можливість ймовірного зіткнення з безпілотником або іншим літаючим об'єктом, руйнування і вибух двигуна з технічних причин або вибух всередині борту внаслідок терористичного акту. Ну, а нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Почнемо з вас, пане Юрію, особливо в світлі того, що сказав пан президент. І чому, на вашу думку, саме він закликав Канаду долучитися, саме акцентував? Адже, наскільки знаю, в Канаді навіть не оголосили траур. Так. Я вот сегодня действительно перед началом ефіру с вами об этом говорил, что действительно какая-то странная ситуация. Погибло 60 канадцев. И, Найбільший відсоток. Да, и нет траура в стране. Хотя в том же Иране, там, Украине, в других государствах. Знаете, в Швеции? В Швеции, да, был оглашен траур. Ну, такая вот непонятная ситуация. Но меня поразило в этой речи другое, я вам честно скажу, Руслан. Я действительно поддерживаю президента в том, что здесь нужно уходить от всевозможных каких-то предварительных выводов, инсинуаций там, и так далее, и тому подобное. Но меня поразило две вещи в речи президента. Первое, что он сказал, что другие государства не запрещали полеты. Ну, то есть Украина вот сидела и думала в то время. Кстати, в тот же день, когда упал наш самолет, Иран нанес ракетный удар по Ираку, по американским базам, между прочим. Это такая, это небольшое отступление, так, да, пока что. И вот президент, вот я не знаю, то ли он, то ли его команда, вот сидели, смотрели, да, в Иране тяжелая обстановка, американцы с ними на кулаках. Ну что, все летают, и мы будем летать, а что же нам, деньги что ли терять, понимаете? Вот такая вот ситуация, напрашивается вывод такой, понимаете? То есть абсолютно какое-то головотяпство, я вам скажу честно, и команды президента, и ответственных лиц, и в том числе тех, кто отвечает за порядок в гражданской авиации. Вот. Это мне напоминает, опять же, ту же ситуацию с MH17, когда наши украинские диспетчеры, мало того, что Украина как государство не закрыла воздушное пространство над этой территорией, где ведутся боевые действия, украинские диспетчеры целенаправленно вели в зону боевых действий этот лайнер. Правда, этих диспетчеров сейчас уже и след простыл. Неизвестна даже их судьба. Их невозможно даже допросить. Если... Ну да, аналоги напрошуются. И второй момент. По речи вот президента, выступлению этому, он призвал к мудрости дальнейшей. Но кого он призывает? Вам же эта мудрость и должна быть свойственна. Вы же власть. Ну как же так? Люди погибли. Вы заранее знали о том, что ситуация накалена до предела, Иран с Соединенными Штатами на грани войны. То есть погиб видный чиновник иранский по вине американцев, вернее, они-то его и убили. Два. Да.
И что в итоге? Мы ждем, и президент говорит, ну остальные это государства летали, кроме США. Дякую, зрозуміло, пане Валентине. От, власне, ваш візаві зачепив тему MH17, і дійсно в тій групі, до речі, яка зараз працює в Ірані, на тій території, де 2 гектари, де збирають ці залишки, проводять їх всі належні експертизи, є, працюють спеціалісти, які, власне, працювали в зоні MH17, на місці падіння літака цього малайзійських авіаліній. Ваше, які аналогії вас напрошуються? Адже там так само не повідомили міжнародних диспетчерів, що там територія не підконтрольна нашим ПВО. Да, аналогии есть. Я попытаюсь тоже высказаться по этому поводу. Но в отношении головотяпства, то, что коллега Юрий сказал, я не соглашусь. Я думаю, что поступало и украинские власти, и бизнес-структура, которая является МАО, правильно. Никто не мог представить, что Иран начнет обстрел Ирака в это время. Все готовились к тому, что будет такой как бы отложенный ответ, не такой массированный, и оснований для того, чтобы ожидать, что вдруг кто-то начнет нападать. Ну, наш президент наш поехал туда відпочивати, в ту зону. Правда, кажется, это был рабочий визит. Ну, мы можем... Олега, парламент Ирана объявляет Пентагон террористической организацией. Это скандал. Ну как это вообще можно на это внимание не обращать? На это нужно обращать, простите, но я то, не... что будет атака на Тегеран, никаких оснований. Ну если нет. Иран объявил кого-то террористом, значит он против них будет воевать. Действительно, пане Валентине, вы увидите, вперше после Хиросимы и Нагасаки обстреливают базы, американские базы и... Ну, это было... же ПЧП, международного масштаба. Да. Но этого еще не было. Да? Вот когда обстреляли, вот тогда и решать. А это была разница в час, в полтора. То есть, мне кажется, действовали и легально, и легитимно, что нужно было продолжать и бизнес, и связи, потому что люди там находятся, их нужно отвозить обратно. То есть тут у меня сомнений нет. Вот то, что была задержка с реакцией, 5 часов не сообщали о том, что исчез самолет. Знаете, я вам больше скажу, вы сейчас, до речи, можете по этому питанию не высловиться. Президент каким чином ухитрився через 18 годин прилетіти в Україну? І вийшовити з цим відеозверненням, так? А керівник групи, там не називається, здається, ви мене можете підтримати, комітету розвідки при Офісі Президента і голова Офісу автоматично Андрій Богдан, керівник СБУ, керівник Служби безпеки України, лейтенант Баканов, Іван Баканов, вони навіть не були присутні, а мені здається, що вони мали би мати найбільше інформації. Безумовно. І таке відчуття, або вони саботують, а вони не підчиняються президенту. А я вважаю, що це просто некомпетентність. От просто чоловік не на своєму місці, розумієте, Руслан? І тому він не приїхав? Ну, звісно, якщо вас зараз поставити на сцену національної опери, сказати «Танцюй, Лебединое озеро». Та ні, ну хоча б посидіти за кріслом. Це теж те саме, людей посадили туди, де вони не повинні бути. Гаразд, ми зараз і поговоримо про, чи це людина просто не має що сказати, чи вона... В нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ви в ефірі. Будь ласка. Будь ласка, відійдіть трошки далі від телеприймача. Від телеприймача. Говоріть тільки в телефон, будь ласка. Ну, да. Все, будь ласка, ваше питання. Да, ну трошки далі відійшов. Будь ласка, ваше питання. Моє питання просто до вас, до діло не в тому, що стучилось. Будь ласка, говоріть. Моє питання в тому, що не винен в цьому, що президент там, або хто винуватий, в тому, що катастрофа случилась. Діло в тому, що поки розберуться люди, ну, фахівці, скажімо так, ми не можемо нікого винуватити по цьому поводу, тому що ми самі не знаємо, і то, що... як правильно виразитися, по-українськи чи по-русски, можна по, ну, немножко... Будь ласка, говоріть, як вам зручно, будь ласка. Все, я вам говорю, ну, як маю на увазі, і, ну, нормальним жестом українським нашим. І о тому, що ніхто з нас не винуватий то, що трапилось.
И никто даже не представлял, никто, потому что авиалинии никто не застрахован. А то, что получилось так, никто из нас, украинцев, не виноват. Дякую. Никто. Питання, яке ваше? Питання просто, ну, як? Не то, що питання. Це була репліка, я зрозумів. Гаразд. Пан Валентине. При MH17. Ну, MH17 і, власне, то, що ми з вами говорили, що з паном Юрієм, що чому чи лишиться безкарним відсутність Баканова і Богдана на тій нараді якраз по трагедії? Ну, смотрите, во время отпусков, наверное, и руководители СБУ, и Офиса президента имеют право отдыхать. С правовой точки зрения, если они оформляли этот отпуск, то они могли находиться где угодно. Я не знаю, как там с точки зрения... Лейтенант Баканов, здається, был в Куршевеле. Да. Но если это не запрещается, да, он носитель государственных секретов, да, если в дружественную Францию ездить не запрещено, он мог там отдыхать. Там возникают разные моральные вопросы. Я бы на этом не делал акцент. Вот вы сравнили с MH17, да, с малайзийским самолетом. Там же получилось как? Выглядит, что Украина – это та страна, которую не жалко. И вокруг нее можно разводить различные международные такие авантюры и конфликты. Следствие ведется непонятно как. Малайзия недовольна тем, как голландцы ведут это следствие. Нужно переходить к нормальному, не политическое деяние, а нахождение правды. Вот к СМХ-17 именно это, с привлечением малайзийцев, с привлечением россиян, тех вот отсутствующих, как они там называются, украинских авиадиспетчеров, их нужно найти. Для этого это должно быть не просто заранее назначили сепаратистов ответственными, да, может быть, и скорее всего это они, но должно быть нормальное следствие по этому вопросу, так и тут. Тут есть несколько уровней. Первый возможный уровень технический. Могла быть ошибка систем технических, да, в этом могли быть виноваты пилоты, могли в этом виноваты быть Боинг. Вспомним, что было не совсем недавно в Эфиопии, да, когда самый новый лайнер «Боинг» рухнул, потому что туда заложено не совсем правильное... Але ж мы понимаем, что летак без одного двигуна, даже когда двигун полностью выгорает, может съесть. Тогда... Еще не было, что загибло «Боинг» от того, что... Я бы дал два других уровня. Второй уровень – это уровень политтехнологических и специальных операций. Специальные операции могут быть и от третьей стороны. Специально, чтобы подставить Иран... И Украину не жалко. Почему бы так не сделать? С Малайзией два раза было не жалко ее, да, когда там на Дальнем Востоке угнали и другое. Я бы еще не исключил, сейчас меня, наверное, будут критиковать некоторые, мы имеем дело с тем регионом, в котором тысячелетиями развивались различные магические техники. И вот мистика, магический уровень я бы тоже не исключил. Ну, давайте для магии мы лишим, тем больше президент закликал, чтобы конспирологические теории. У нас есть телефонный звоночек, доброго вечера. В эфире. Добрый вечер. Будь ласка. Алло, это Константин Киев. Я считаю, что сегодня целый день идут дебаты по поводу катастрофы в Иране. И я считаю, что Украина – это территория американских интересов. Таким образом, Украина находится в конфронтации с иранским государством. И, естественно, то, что там произошло, можно, как говорится, отнести в эту, в этом, объяснить, дать объяснение в этом плане. Но ситуация складывается так, что самолет на самом деле, он плохо был обслужен, и у него, по всей видимости, загорелся двигатель. Я сам занимался вопросами авиации, и, значит, имею представление насчет этой аварии свое. Я четко понимаю, что не было никакого поражения его ракетой. Просто-напросто это было, как говорится, неполноценное обслуживание самолета на взлете. И не более того. Но я считаю, что Украина должна выйти из отношений с Америкой дружественных и стать на сторону Российской Федерации, снова вернуться к условиям, когда будет создана структура советская, структура прекрасного содружества социалистических государств. Мы дякуємо. Ви в нас йдете як народний експерт з Києва. Ви дійсно, видно, багато різних каналів слухаєте. У вас є своя точка зору, але повірте, якраз от Радянський Союз, відновлення і загибель літака –
це трошки зараз не треба корелювати. Ви знаєте, пан Валентин сказав, зачепив таку тему, якраз неповага до України. І, пане Юрію, до вас таке запитання. А як ви ставитесь до того, я вважаю, ганебного факту, коли президент Америки в своєму відкритому відеозверненні, яке дивилося в той час мільйони, сотні мільйонів людей одночасно, бо це одна з найсильніших країн світу, він навіть не упомянув трагедію України і загибель Боїнга 737. Да, хоча там не одні українці летіли. Там всього 11 чоловік українців погибло. Ні, а чому він саме не хотів, щоб його навіть чи підозрювали? Тим більше така цікава політика навіть самих наших українських посольств, які розмістили, наприклад, посольство України в Тегерані, розмістило ситуацію, що буцімто технічна несправність, потім змінило. Ну, понимаете, господин Трамп очень экстравагантен. Может, он и имел что-то в виду, но мы об этом, конечно, не узнаем. Но вы же помните, например, как он экстравагантно во время визита господина Зеленского, президента Украины, который, ну скажем, не то что там пожаловался, а доложил ему ситуацию по востоку Украины, и он попросил поддержки Соединенных Штатов в этом вопросе. Что ответил Трамп? Решайте с Путиным. Понимаете? То есть никто не ожидал такого ответа. Ну как же так? И мы, была ганьба так само, как в этом выпадке? Мы идем в фарватере Соединенных Штатов, мы получаем от них помощь, как мы говорим, военную. А кто кажется, что Соединенные Штаты – это наш заокеанский куратор? Да, мы получаем от них помощь, хотя это не помощь, а кабала. Нам старье военное сюда списывают, а где-нибудь два пишем, семь на ум пошло, записывают. Вы имеете на возле эти просрочные джавелины? Да. И вот это называется это военная помощь. Никакая это не помощь, понимаете? И вот мы вот слышим такой ответ от господина Трампа. Обращайтесь к Путину по вопросу востока Украины. То есть здесь он и тоже мог бы и вот и действительно упомянуть об этой трагедии и сказать, что она вселенская трагедия. Потому что это погибли международные пассажиры, это не только украинские. Но он этого не сделал почему-то. Я не знаю почему. Дякую, у нас есть телефонный звоночек, а потом, пане Валентине, вам. Доброго вечера, вы в эфире. Добрый вечер, студия. Пожалуйста. Мне бы хотелось, уважаемые гости, спросить, не появляются ли в связи с катастрофой Боинга такие уши, за которые очень страшно тянуть и Украине, и другим некоторым странам? Вот как с Майданом, с расстрелом Небесной Сотни. Тоже уши же показались, а тянуть все равно уже за них страшно. Может, и здесь такая же ситуация? Все-таки немного хочется скрыть и не рассказывать. Взорвался. Ну, пан Антон, да. Ну, логично было бы предположить, да, если техническая сторона, мы ее не можем четко сейчас сказать, будем ждать реакции. Да. И они скажут тогда, что там. Да? Диверсия вполне возможна, как кто-то говорит, туда 5 копеек сунуть, да, в какой-то из агрегатов, и все пойдет прахом. Или Иран уже давно не пользуется поддержкой со стороны Боинга, просто ему закрыли все каналы, да, у него нету соответствующих даже... То есть основной летак, на котором летает. Да. То есть могли что-то не доделать, но не провести соответствующий технический осмотр. Но вполне возможно, что берем общий контекст, если такая напряженность, и нужно дальше показывать, какой страшный Иран, какой он отвратительный во всех сферах, то тогда нужно показать, что он не заботится об украинских самолетах, что там его террористы сбивают самолет, в котором летят западные. То есть вполне возможно, что третья сила, в которой не заинтересована администрация Трампа. Администрация Трампа действовала своими методами. Вначале угрожает, потом добивается уступок и смягчается. А кто-то хотел усилить этот конфликт, чтобы его довести до крайности. Ведь это не в интересах Трампа, его администрации, чтобы разгорелась настоящая война. Они очень хорошо вышли. Ну, мы зараз будем, до речи, ситуацию выступ Трампа. Але меня цікавит, вот вы натякаете на Китай? Нет, это могут быть любого уровня. Это могут быть внутренние оппозиционеры, да, которые заинтересованы в том, чтобы свергнуть существующие... А чему самый украинский тогда? Ну, его не жалко.
Вот российские сбили или подорвали на Синае. А кто такие украинцы? Никому их не жалко, да? Или... До речі, мені особисто було дуже прикро, коли дійсно, як Зеленський сказав, прозгорівся в інтернеті справжній хайп. Да. Розумієте, я пригадав, коли от, дійсно, ви кажете, над Синаєм, коли збили літак, а там же летів хор Олександрова. Весь хор загинув. І тоді також так мені неприємно було, коли наші неонацисти таке ненависть, таку ксенофобію в соцмережах. Пане Юрію, ваша точка зору, давайте таким чином, я не випадково сказав, тому що ми знаємо, що єдина країна, яка 90% всієї нафти забирала з Ірану в обхід американських санкцій, це був Китай. І для Китай кровно зацікавлений в тому, щоб цей конфлікт не продовжувався. Да, безусловно, у Китая и Ирана очень тесные связи международные, военные связи. Большинство оружия, которое было под санкциями продажи Ирану, Китай продавал его Ирану в обход этих санкций. Поэтому на сегодня, когда там говорят о версии, я опять же трактую это все из интернета. Но вы имеете право на оценочные суждения. Да, я не хотел бы этого, даже оценочных суждений, Руслан. Потому что, действительно, мне эта трагедия очень больно ударила в сердце. И я действительно скорблю, потому что погибли мои соотечественники. И другие даже граждане других государств. И я бы хотел уходить от этих суждений, какие-то анализы, тем более технические, делать выводы какие-то. Но я скажу так, что Китай... безусловно, в союзе и с Ираном, и с Российской Федерацией. Вот. Китай никогда не будет поддерживать то, и вот это мы видим по и Совету Безопасности, и по Генассамблее ООН, что выдвигает периодически Соединенные Штаты выдвигают. Вот. Но дойти до такой крайности, там как-то влиять на катастрофы, я думаю, вряд ли Китай на это до такого спустится, понимаете? Не было в истории того, чтобы Китай такое устраивал. Не было в рамках их цивилизационной. И они о карме знают очень хорошо. Безусловно. Да. Мало того, я даже скажу другое, что Ким Чен Ир, лидер северокорейский, сказал, что если Соединенные Штаты будут бомбить Тегеран или будут обстреливать его ракетами, то, безусловно, мы не останемся безучастными. Поэтому я считаю, что даже Трамп... А у них есть ядерное оружие. Безусловно, это очень важно. И я думаю, что к этому Трамп и его команда, и госсекретарь США Помпео здорово прислушались. Потому что на следующий же день... Трамп сделал вот это свое заявление. Давайте до заяви зараз ми підійдемо. У нас є ще телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Алло. Будь ласка, в ефірі. Я можу говорити? Так, будь ласка, розмовляйте. Задавайте питання. Добрий вечір. Добрий вечір. Я думаю, повернутися до Радянського Союзу тут навіть і говорити немає про що. Але давайте повернемося в Україну. От, мене цікавить питання, чому, де була контррозвідка наша, де була розвідка, де була СБУ і всі останні наші великі спеціалісти. Якщо ми не знаємо, ми всі по телевізору чуємо, що робиться там Іран, Ірак, США і так далі, от, це що, немає ніякого попередження не було. Якщо немає спеціалістів, Боже, президент зрозуміло, що намагається там, щоб люди були, яким він довіряє. Це що? Це добре, але люди добрі. Повинні ж, мабуть, все-таки бути спеціалісти на своїх місцях. Може, треба повернутися до цього і так вирішувати питання? Може, тоді б не загинули наші люди і не падали б літаки? І так нам вистачає горя, так вистачає, що робиться на Сході. І ще й оце. Відповідайте. Дякую. Про тим, що ми вже якраз говорили, що ви питалися, де були ті люди. Ті люди, керівник, глава Служби безпеки України, лейтенант Іван Баканов, був той час в Куршевелі. Керівник Офісу Президента Андрій Богдан був той час в Об'єднаних Арабських Еміратах. Можливо, якісь вони державні справи вирішували? А президент у Омані був. Я би такого порівняння не робив. Они отдыхали, и я думаю, все делалось правильно, и технический осмотр. Не может СБУ или служба внешней разведки каждый самолет проконтролировать и узнать, кто какой террористический акт готовит. Это террористы в любой момент могут расправиться с любым лидером. Не, ну, есть уровень качества разведки МОСАД, скажем, израильской разведки, есть уровень службы лейтенанта Баканова.
Это раз. Но второе. Не надо на него. А предыдущие два злочинных режима разве не работали над разрушением этого? Так вот, я бы хотел сказать, что здесь вопрос. С любой авиакомпанией, с любым государством могут террористы поступить. А чего вы стреляете из Украины? Кто в этом был заинтересован? Враги Трампа могли быть. Они заинтересованы были втянуть его в глобальный конфликт. Он тогда теряет свой пост. Он не может наказ выиграть. Наказ на знищення Сулеймані давал Трамп. Да, между прочим. Но я не вот, украинского я... самолета. Я говорю о третьей силе. Если это не просто техническая ошибка, а если работала третья сила, то им все равно было на украинцев. Почалося Сулеймані. Понимаете, Руслан, меня вот действительно коробит, когда я слышу, они отдыхали. Государственные лица первой величины отдыхали. Когда в Израиле, например, там рвется бомба или обстреливает Хезболла Израиль своими ракетами, Нетаньяху возвращается из Соединенных Штатов, чтобы принять непосредственное участие в руководстве операцией по... Один раз на это летак развернул, полет уже был. Да, понимаете? Это государственный подход чиновника, президента и премьер-министра. Что значит они отдыхали? Пане Юрію, а що ви это робили люди в Омані? Присягой. В Омані президент, як ви думаєте, там дійсно це був приватний візит, чи, а потім вже, відповідно, коли роздули скандал, він мусив сказати, що це робочий? Это, во-первых, не первый раз господин президент исчезает на неделю и более, я так скажу. Не бывает государственных визитов по неделям. Ну, 3 дня максимум. Это даже частный визит. Ну, кажется, чтобы загар, президент другой должен быть в стране. Другой загар мецнейший мое будет после Фидель Кастро на несколько недель. Фидель потом Кастро я, на потом... несколько недель приезжал в СССР и изучал. Фиделя Кастро уже нет, СССР тем более. Смотрите, потом второй момент. Вот это они отдыхали, это мне сродни, понимаете, они учатся. На ком? На мне? На подопытном кролике? На вас? Они учатся. Пусть идут в Рикса Куршевель учатся туда. Или Рикса Трускавец. Дякую. Пан Валентин, да. Все ж таки, от, у нас зараз телефонний дзвіночок, але підготуйтеся на це саме питання, тому що ви вже котре говорите Радянський Союз, порівняйте з Кастро, а зараз трошки час 21 століття. Але ми зараз послухаємо глядача. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір. Будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Будь ласка. Я от дуже підтримую попереднього співбесідника. Будь ласка. Співбесідника стосовно того, що державний діяч не може відпочивати. Не має права відпочивати. Дякую. Ні, він державний службовець, тим більше, якщо він голова СБУ, голова СБУ, він, кожна хвилина, ми його наняли, держава Україна, народ України, наняли на роботу. Кожна хвилина його часу, кожна хвилина його часу, є, він повинен працювати на народ. А відпочивати, нехай йде відставку, нехай йде собі там пасти корови і відпочиває. Дякую. Ну, наприклад, керівник служби безпеки... Але це друге питання. Пане Коцаба. Так, слухаю пане вас. Пане Коцаба, одне питання. Будь ласка. Ви перепутали літак, який загинув хор Александрова. А, це я вибачаюсь, так, це я помилився. Я визнаюся, я помилився. Але я говорив про те... Яка була какофонія тоді ненависті? Ну що, Христос рождається, я забув сказати. Ага, дякую. Славімо його. Славімо його. Пане Антоне, будь ласка. Три тезиса. Первое. Государственные деятели, как любой гражданин Украины, имеют право на отдых. Но, улетая, они должны сказать, кто, условно говоря, будет выполнять обязанности вице-президента. На какой срок и куда улетел президент. Если глава СБУ, он тоже должен создать такую структуру, которая будет реагировать быстро, а не через 5 часов, не через 1,5 дня. Второе. Следствие, которое проводится, должно быть объективным, профессиональным
не заангажированным против какой-либо страны. То, что мы имеем по MH17, не подходит для этой ситуации. Потому что ситуация гораздо более напряженная в Иране и Ираке, чем то, что у нас на востоке Украины. И теперь по атмосфере. В какой атмосфере все это развивается? Это не просто геополитический конфликт, там, который мог привести, и об этом правильно говорили многие комментаторы, что почти Третья мировая война может возникнуть. Слава Богу, смогли менеджеры урегулировать это. И это связано, с одной стороны, с конфликтом на Ближнем Востоке, а другое с глобальной борьбой, которая имеет отношение к США. Если президент националист и антиглобалист окажется в кризисной ситуации, в которой он не проявит все свои качества, то вернутся обратно глобалисты, неолибералы. И вот эта борьба, в ней никаких правил нету. Президента подставить могут по-любому, в любой точке, точке мира. И это нужно принимать во внимание. И президент США очень нормально вышел из этой ситуации. Он совершил вместе с Помпео серьезный пробел. Дякую. Ми зараз до цієї теми підійдемо. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ви в ефірі. Юрій Харков. Будь ласка, пане Юрію. А чому не забула зарані це убрати? Чтобы они не летали в Иран. И нельзя лететь стороной заинтересованной России в этом конфликте, чтобы отвлечь войну в Украине. Внимание. Дякую. Ну что ж, мы идем тогда до наступной темы и, сподіваюся, как раз эту тему раскроем. Будь ласка. США готові до миру з Іраном, але спочатку запровадять нові потужні економічні санкції. Про це президент США Дональд Трамп заявив у своєму зверненні до нації після ракетного удару з боку Ірану по двох американських військових базах в Іраку. Він також виправдав вбивство Касема Сулеймані, назвавши іранського генерала терористом та організатором нападу на посольство США в Іраку. Поки я президент, у Ірану ніколи не буде ядерної зброї. Американці повинні бути щасливі. Ніхто з наших солдатів не постраждав, а наші бази отримали найменший збиток. Військові сили були підготовлені до будь-якого нападу. Не втрачено жодного життя американського громадянина чи іракця. Спрацювала наша система раннього сповіщення. Добре, що Іран стримує себе. Це добре для нас та для всього світу. Трамп також закликав Європу, Росію і Китай відмовитися від ядерної угоди з Іраном 2015 року. Натомість запропонував досягти такої угоди з Іраном, яка б принесла мир у регіон. В Тегерані пропозиції Трампа про мир і погрози щодо нових санкцій вже назвали немислимими. Ракетний обстріл американських баз в Ірані – це лише початок військової операції «Мученик Сулеймані проти США», заявив командувач повітряно-космічними силами Корпусу вартових Ісламської революції генерал Амір Алі Хаджизаде. Іранські військові обіцяють продовжити операції по всьому регіону. Отже, пане Юрію, якраз ви цю тему теж зачіпали. Перше за всю новітню історію після Хіросімі і Нагасакі обстріляли балістичними ракетами дві американські бази. І така беззуба реакція президента найпотужнішої, як вони говорять, країни світу з 1,5 мільйонної армії. Да, это даже, по крайней мере, смешит, я бы так сказал. Но это были не баллистические, а тактические ракеты. В Иране их достаточное количество, хоть они и старенькие, но они еще, как говорится, в строю. Вот. И мы видим на примере, что эти 12 дюжин этих ракет были выпущены по американским базам. Одни источники говорят, что там 26 погибших американцев. Вашингтон категорически это отрицает. Так, кто, значит, говорит, что 80? Да, может быть и так, не знаю. Вот. Но Вашингтон категорически отрицает любые жертвы, понимаете? Но мне то, здесь... Вы считаете, что навіть бы жертвы были, то Вашингтону зараз... А чему не выгодно их опубликовать. Почему? Потому что это авторитет страны. Но это, не опубликовать это, невозможно. Это полное падение авторитета США, понимаете? То есть они сами раздули это. Если там загинули, родичи не отримают тело?
Как вам сказать, есть различные методы воздействия на родственников, а в Соединенных Штатах тем более. Неужели это нужно объяснять вам? Ні, я просто роблю аналогію, коли була так само маленька країна В'єтнам, на якій теж жили, і там було 50 тисяч трупів. Ми ж не знаємо дальнейший ход событий в Ірані. От всі зараз якби успокоїлись. Да, Трамп виступив, Іран взагалі нічого не відповів на це виступлення, між прочим. Вот, то есть они остались верны джихаду, они остались верны своей миссии. Червоний прапор висить. Безусловно. Поэтому в дальнейшем, может быть, еще какие-то жертвы будут. Мы же не знаем. Мы же не знаем, что с нами будет завтра, понимаете? И вот тогда уже, может быть, Соединенные Штаты соизволят упомянуть об этом, как они захотят. Но меня в этой речи поражает другое. Вот, понимаете, вы правильно упомянули, там, что мы готовы сотрудничать с Ираном, но мы введем жесточайшие санкции. Это вот в классическом фильме Станислава Говорухина, помните, Горбатый говорит, мы тебя не больно, фраеров, зарежем. Чеки, ты уже на небесах. Понимаете? Но с Ираном это не пройдет. Да, власне, є такий метод хуліганів вуличних, коли он саме маленько висилають, купи цегли. Да. Вот, пане Валентине, я перед тим, я зараз вам надав слово, але мене просто це теж зачепило, бо тому що, коли я от відслідковував політичні події і коли почав цікавитися політикою, я пригадую, як це, наприклад, 79-й рік, коли, ну, ви пам'ятаєте, де шах, іранський шах своєю свитою втік... 79-й год. 79-й, так. Втік до Америки. Потім 80-й рік, там, відповідно, ще пригадати, був великий скандал з американським посольством, тоді захопили... Іран Контрас. Так, були операції, будь-то по визволенню, там щось не дуже вдала операція була. Потім, в 80-му році, такий, який американці тоді казали, що наш хороший такий демократ, це називався Саддам Хусейн, в 80-му році напав, Ірак напав на Іран. І потім, коли через 2 роки, здається, Саддам Хусейн, він подумав, боже, яка халява. Хоч в цій війні, нагадаю, мільйон загибло з обох боків. Між Іраном і Іраком в тій війні загинуло мільйон мирних і військовослужбовців. І потім, коли він те саме абсолютно продублював у випадку з Кувейтом, а ми розуміємо, що Кувейт – це держава, яка складається з одного міста, але довкола багато дуже газо- і нафтоносних скважин, то вже виявляється, американська авіація підсказала в самій жорстокій брутальній мірі Саддаму Хусейну, що тепер він не фаворит. Оцей цинізм. Пане Валентине, от як ви ставитесь до цього цинізму? Адже ми всі прекрасно розуміємо, що кожна війна має економічне підґрунтя. І як президент країни, яка вважається найпотужнішою в світі, виглядав зараз як мокра ганчірка? Я бы не сказал, что он так выглядел. У каждого свое кино. У американских демократов одно, у американских республиканцев другое. Вы знаете, что американцы все обурені? Вони чекали, самі американці, типу агресії? Да. И вы знаете, что я заметил, что демократы изменили свою линию. Да? Я не исключаю, что их тайные агенты могли участвовать вот в этом вот в событиях. Дали у вас теория змови. Да. Но другое, как изменились подконтрольные демократам средства массовой информации в США, какое сейчас прекрасное CNN. Оно примерно как BBC стало такое. Да? Которое не любит ничего больше, чем Трамп. Да, ну сейчас он не скажет, что это фейк-ньюс. Они приглашают в прямом эфире туда вице-президента Ирана. Вы представляете, на грани войны двух стран и представитель враждебной страны. Приглашают прекрасного профессора. А может, демократам выгодно выставлять республиканца Трампа таким слабким? Конечно. То есть, но побочный эффект, что американские масс-медиа стали снова, ну, очеловечились, да, вылюднили. Я был просто удивлен. То они поливали грязью, совершенно совести никакой не было у этих масс-медиа, и вдруг они нормальные, по западным стандартам действуют. Другое. Президент Трамп, он вместе с Помпео сделал очень большую ошибку. Вообще, особенно Помпео, с его дискурсом, который он вел. Он же что, не понимает, что есть такой институт, как фетва? А вот если его объявят вот тем злочинцем, тем преступником, то ну, просто карма достиг... Ну, коли Помпео, скажімо, сказав, що в Єрусалимі має бути столиця Ізраїля, хіба Помпео не розумів наслідки? Я не знаю, от що так, хто йому дає такі... Але світовий політикум проковтнув? Да, но... Трамп поступил наилучшим образом сейчас. Он не стал развивать конфликт, в котором он лично не смог бы быть победителем. Цинизм американской ситуации в том, что не жалко Иран, не жалко Украину. Вы слышали, что бывший посол или временный исполняющий обязанности посла в Украине сказал, что
В Украине мы получили важный опыт, как воевать с Россией. То есть мы простой инструмент того, как в случае чего Америка сможет воевать с Россией. А запитання до вас обох. А ви не припускаєте, що, скажімо, тому ж таки Трампу міг передзвонити теоретично Путін, і вони в тій розмові вияснили, давай так, я даю задню, але якось треба красиво мені вийти, а ти, будь ласка, переговори з Китаєм, щоб вже ми це діло... Бо реально Трамп розумів, що ця війна, а ми зрозуміємо, це ідея. Коли людина з ідеєю, вона може бути тільки озброєна одною снайперською гвинтівкою. Але по тих горах, як це доказали, скажімо, історія 30-літніх воїн в Афганістані, з тої гвинтівкою він... А в нього хата, вся його та обійся, мазанка та глина, наприклад, вартує там 30-50 доларів. А ракета першин, яка там його то розбиває, коштує $1,000,000. Тобто ми розуміємо, що не готові люди воювати, ну, маємо на увазі, геополітичні гравці воювати, а вони готові просто як-то бравада, отак якби, як-то понти кидати. Ну, давайте я попробую відповідати. Значит, ну, давайте начну с того, что как историк я вам сообщу, что за свое развитие человечество пережило 15 тысяч войн. Ну, где-то так ученые подсчитали, грубо, около 15 тысяч войн. Из них две колоссальные, две мировые войны. Это Первая мировая 14 года и Вторая мировая 39 года. Соединенные Штаты в последней мировой войне занимали до последнего момента выжидательную позицию. Выжидательную. В 44-м только началась операция «Оверлорд» в Нормандии. Когда стал вопрос очень жестко, я, может быть, сильно углубляюсь, но тем не менее, я подскажу почему. Когда стал очень жестко вопрос на Курском выступе, Сталин не просил, он просто намекнул господину Рузвельту начать второй фронт. Он получил отказ. Ну, такой дипломатичный отказ. Теперь, что касается, я это к чему веду, что американцы не воины. Они проиграли все войны практически, которые они начинали. Ну, я вам скажу, що іранці теж не в новітній історії, коли ще в Російській імперії вони воювали, з Російської імперії теж не облажалися. Я хочу конкретно Соединенных Штатов, опять же, коснуться. За последние 30 лет, все президенты Соединенных Штатов, я отмечаю это, все, начинали какие-то военные конфликты или войны с одной целью – отвлечь от внутренних проблем и внутреннего политического кризиса. То же самое сегодня сделал Трамп, понимаете, с Ираном. Тобто це перед вибором технологій? Безусловно. І це чистої води, навіть не ходи гадалки. Понимаете, це просто проявляється як фотобумага в проявителі. Тобто Трамп почав цю всю бодягу із вбивством Сулеймані, із Іраном, ще раніше Іраном. Він зараз перед своїми виборцями виглядає не найкращим чином? Нормально. Абсолютно. Абсолютно. Причем плохо выглядит. Этот сильный лидер. Минуточку. Он же был против этого. Разве вы этого не знаете? Ведь его втянули туда, его окружение. Ну, Помпео до него приехал в Флориду. Да. И он трижды отказывался идти на подобный шаг, на подобный терроризму. Ведь Сулеймани вез письмо от короля Саудовской Аравии иракскому премьер-министру. Он выполнял дипломатическую миссию, выполнял. Ну, он, по сути, понимаете? Был как министр закрытых справ. Да, да. И он был убит вот таким вот мерзким каким-то из-под тишка образом. Ну, я вам скажу, что когда Иран обстреливает американские базы, которые находятся на территории теж суверенной державы Ирака... Это такое же позорище, как и Вьетнам. Понимаете? Это такое же позорище. Пан Валентин, я бы тут хотел сослаться. Я был потрясен глубиной анализа со стороны одной депутата, да, по нашим понятиям, то есть конгрессвумен Америки, Элиса Слоткин. Она была аналитиком ЦРУ. Она трижды работала в Ираке. Сейчас она, значит, конгрессвумен, конгрессмен. И она четко показывала, что часто в ЦРУ рассматривался вопрос, оставить в живых Сулеймани или нет. Потому что он действительно настоящий противник, достойный противник США. И они приходили к выводу, что не нужно этого делать. Раскрутка ситуации будет не в интересах США. И вдруг кто-то подсовывает президенту США. Вот это было после тех акций, когда напали на американское посольство в Багдаде, в Ираку. Но опять же, объяснял же Помпео, что нет, мы приняли решение раньше и так далее, что-то очень такое невнятное. Я думаю, опять же, это был
заговор против президента, потому что даже внутри республиканской партии есть те, кто заинтересованы, чтобы этот президент не остался. Но сейчас он выглядит достаточно сильным и мудрым, что он может действовать жестко, но он не идет на крайние меры, ему не нужна война. И я думаю, сейчас и проблема импичмента как бы уже в тени, и он как сильный лидер подходит к избирательной кампании. Я сейчас сам дам слово, но у нас телефонный звоночек, у нас прерогатива глядачам. Доброго вечора, вы в эфире. Добрый вечер, это Хутор Украинский. Мне бы хотелось сказать, что Америка не раз уже нарушала международные законы и ударяла по чужим территориям без всякого ООН и согласования с кем-то. И мне очень понравилось, не знаю, как вам, что очень быстро пролетела ответка, и что даже риторика быстренько изменилась. Вот хотелось бы спросить, вам понравилась такая ситуация по поводу ответки? Потому что это на грани войны. Понимаете, это не просто геополитический конфликт. Это то, что я говорил, выход на божественно-ангельский уровень, когда подключают такие силы, после которых все идет в разнос. Слава Богу, вырулили. Очень мудрые иранцы. Они показали символический ответ. Все было запланировано так, чтобы ни одной жертвы со стороны американцев не было. А я бы хотел зараз ту розмову, що ви експерти, продовжу в такому ключі. Пам'ятаєте, був такий ситуація, коли були в Сирії, коли теж 20 чи 27 таких тактичних ракет розбомбили якийсь аеропорт десь там біля Дамаску, потім вияснили, що там один чи два загинуло, що це все було просто для того, як називають, вихід пару. Договорняк, да, такий, да? От, власне, давайте, шановні, в такому ключі. Це, чим, а може таке бути, що це дійсно така, взагалі, така домовленість на такому рівні? Похоже. Ні, я лично далек от этой мысли. Меня больше всего, вот, например, убеждает то, что Соединенные Штаты... Вы же помните, что Иран был очень близок к созданию ядерного оружия. Очень близок. Ну и сейчас он в одну сторону порядком вышел из угоды. При помощи России, Китая, иранцев убедили, что надо пойти на сделку с Соединенными Штатами, подписать ядерное соглашение, ядерный договор. И в результате чего Соединенные Штаты снимают санкции экономические с Ирана, снимают эту блокаду, улучшается экономическое положение внутри страны. А Иран на какое-то время, или, может быть, даже на совсем, замораживает свои исследования в ядерной области. Но, насколько я знаю, там все-таки... И этот договор был подписан. И российские твердые стоят, а не американские. Неважно. Я говорю об оружии, Руслан. Ага, я не говорю об атомной энергетике. Атомная энергетика – это вообще в стороне стоит, понимаете? И она будет развиваться в Иране. Не, ну плутоний берут атомных. И в Турции тоже АКУ строят россияне. Вот, но это, но Турция не является... Не, просто та технология передбачає якраз отримання плутонію збагаченого. Да. Я вас понял. Так вот, именно Соединенные Штаты пошли на такой шаг именно из-за того, что они не хотели видеть, как Северную Корею, Иран с ядерным оружием, понимаете? Это очень важный момент. Никогда Соединенные Штаты, и это сказал, кстати, Трамп в своей речи последней, что он не допустит создания ядерного оружия в Иране. Это квинтэссенция американской власти. Какая бы партия ни пришла к власти, республиканцы, демократы, они всегда были и будут за то, чтобы на Ближнем Востоке не появилось еще одно ядерное государство, как, к примеру, Пакистан. Понимаете? И в этой связи, американцы будут очень последовательны. Вот они будут идти другими путями. Как он сказал, мы найдем другие санкции. Я вважаю, це крайнім цинізмом, коли говорять, що ми будемо з вами співпрацювати, але ми ще більше усилимо санкції. Да, це саме чистої води цинізм. Чистої води. Це по-американськи. У американців навіть найкращі друзі завжди могли швидко дуже перекваліфіцюватися во врагов. Найкращі друзі, прикладів таких немало. Тот же Шах Ірана, к примеру. Вони Мухаммеда Реза Пехлеви просто возносили до небес. Но когда случилась апрельская революция 79-го года, сдали его с потрохами, даже не разрешили въезжать в Соединенные Штаты. Вот. И он умер. И то, что мы с вами, то, что я наводил приклад с Саддамом Хусейном. Да, коли він, да, а да. Мы можем сказать, даже, помните, когда-то очень хорошо про это сказал, про цинизм американской политики, геополитики, Савик Шустер. Да, да. Бо он работал тогда с моджахедами, тогда моджахеды... Выпускал були, фальшивую красную звезду. Носії, що тоді моджахеды вважались, бо вони їх підтримували американці, вважалися носії демократії в тому регіоні. Да, да. Так само, виявляється, Сулеймані доклався до знищення серйозного осередку ІГІЛ, который создавали США, между прочим. Это все очень взаимосвязано. Геополітики, пане Валентине.
Ну, для вообще для современных государств. Но вы сказали, что американский президент вышел с честью с этой ситуации. Да, и в этом плане ему помогли, конечно же, иранцы. И это очень высокого уровня оперативное искусство и политтехнологическое. Иранцы дали не кровавый ответ, а символический ответ. Показали, что мы можем достать по всем вашим целям. Я думаю, что если Ирану сказали президент Китаю и президент России, что мы, ты как бы дай трошки заднюю, вы не задели. Иран не та страна, которая будет слушать Россию или Иран. Будет, это гордые люди, и у которых очень хорошо стратегическое мышление. Хорошо, но им не нужно это учить. И россияне бы этому их не научили. А было сделано по тому стандарту, который американцы применили в отношении сирийцев и россиян. Предупредили по своим каналам, что вот будет обстрел. Нам нужно разрушить какие-то ваши объекты. Иранцы точно так же сделали. Предупредили через иракцев, что будет обстрел, в какое время, чего. Так, наверное, это крайний цинизм. Да. Политика это такое. То есть они сделали, показали, что они технически могут уничтожить американские базы. Они этого не хотят. Но в то же время остается угроза. Просто так убийство такого деятеля такого масштаба не пройдет. И ответ, скорее всего, будут наносить прокси, да, где-то в Йемене, или ливанцы, или Хизбалла. 13 вариантов у них есть. Так, ну, пожалуйста, у нас есть телефонный звоночек, и потом продолжим. Доброго вечера, вы в эфире. Алло. Будь ласка. Алло, добрый вечер. Будь ласка, говорить. Алло, добрый вечер. Добрый вечер, вы в эфире, говорить, будь ласка, питание. Я еще в эфире и слушаю вашу передачу, дякую. Христос рождається. Славімо його. Питання. Чому в випадку цієї трагічної події розглядається в контексті Америка як джерело зла? Чому не розглядається, я слухаю вас, в контексті, чи це вигідно Росії? Дякую, пане Юрію. Ану, будь ласка, відповісти. А я б хотів би питанням на питання відповісти. А Україні це вигідно чи ні? А я скажу, чому я задаю цей вопрос. Смотрите, Ізраїль категорично відверг пропускати свою авіацію, свою американську авіацію з воєнними американськими через воздушне пространство Ізраїля. В даному випадку. Тобто вони сказали, ми не приймали участь в ліквідації Сулеймані, мы не намерены дальше портить отношения в дальнейшем. И мы и так враги с Ираном. Но мы еще больше. Сулеймані, він курував Хезбу? Безусловно. Поэтому мы не намерены пропускать американцев через свое воздушное пространство, а тем более предоставлять им свои аэродромы. Это, я уважаю, тоже международный скандал. Германия объявила то же самое. Германия, член НАТО, ведущее государство Европы. Объявил о том, что канадцы забрали всех своих канцлер лицо. Меркель сказала, она не будет участвовать в этой разборке между США и Ираном. И что вы думаете? Я уверен в том, вот отвечая на вопрос нашего уважаемого зрителя, что Украина, если ей Соединенные Штаты, не дай бог, завтра пообещают, с завтрашнего дня Украина в НАТО. Только дайте нам ваши аэродромы для посадки от транспортной авиации, для того, чтобы передислоцировать какие-то свои вооруженные силы. И ваш прогноз? Украина на это с дорогой душой согласится и будет втянута в очередную военную авантюру. Понимаете? Так вот, я бы задавал вопрос, не России ли это нужно? Россия не собирается участвовать в этом, она участвует как посредник. Дякую. Ваши две хвилини. Власне, что для Украины оцей конфликт між Америкою и Ираном? Я думаю, самое главное для Украины нужно понять, может ли у нас возникнуть субъектность. У Ирана есть субъектность. Оно ведет себя, иранское государство, как самостоятельное. Но маленькой Пенечной Кореи есть субъектность. Да, но в каком виде? Вот в таком виде, когда его душат санкции, это не самый лучший вариант субъектности. Украину никакие санкции не душат. Нам нужно взяться за ум, увеличивать, повышать профессионализм нашей власти, больше контролировать эту власть, чтобы она была ближе к народу, и чтобы перестали с открытым ртом слушать каких-то советников, чтобы могли прислушиваться к разным возможным вариантам и принимать самостоятельные, достойные решения. Вы так хотите, чи вы думаете, что так колись может быть? Шансы такие есть, как только будет наш президент освобождаться от своих псевдо-друзей и от этих бездарей, которые около него, и бездельников, которые
которые есть, это будет происходить. У него иного выхода нету. Или он войдет в историю как вообще ничтожный руководитель, что ему не хочется. Не хочется тем, кто делал на него ставку, и тому народу, который 73% за него голосовал. Есть такие. Нам есть чему учиться. И другое, не играть в такие страшные игры, в которые сейчас какие-то силы в США начали играть. Когда спецслужбы говорили, не играть в такие игры. Вы вас почули. И зараз у вас ще 30 секунд. Власне, ваш прогноз. Ми маємо можливість буквально через кілька тижнів його перевірити. Як від експерта. Прогноз на що? Розвитку ситуації. З тих всіх семи версій. Ну, ще раз говорю, що сьогодні, вчора, відкрився турецький поток. Двома президентами Турції, Росії, навіть не двома, а чотирма. Сербії і Болгарії. Значит, я считаю, что Украина, и в частности лично президент Украины Владимир Зеленский, должны осознать, что мы потеряли. Мы потеряли колоссальные деньги. То есть теперь газ, которая будет идти в обход Украины, безусловно, является колоссальным в Южную Европу. Это, безусловно, колоссальная потеря для Украины. И в дальнейшем мы должны, опять же, пойти на все видимые и невидимые компромиссы с российской стороной, чтобы сохранить наш транзит. Наше главное транзитное государство – это Украина. Ну, наразі Україна зараз, вона каже, тут воюємо, тут торгуємо, кажуть, ми от хочемо воювати, але ви давайте санкції душіть, але при тому заставте Росію, щоб вона не відмовлялася від транзиту. А давайте таким чином, у нас ще будуть зараз можливості, ми з вами не останній раз зустрічаємо. Зараз настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною в студії були журналіст, військовий історик Юрій Дудкін та доктор політичних наук, професор Валентин Якушек. Дякуємо за розмову, а ми продовжуємо за кілька хвилин. Не перемикайтесь.